Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. Тут у нас такая новость. Цельнометаллический Юми Плюс доступен со скидкой на AliExpress. На прошлой неделе компания Юми представила новый смартфон с простым названием Плюс. Аппарат выполнен в цельнометаллическом тонком корпусе из легкого и в то же время прочного авиационного алюминия 6000 серии. В нем установлен 5,5-дюймовый дисплей компании Sharp с тонкими боковыми рамками и 360-градусный сканер отпечатка пальцев Touch ID 2.1, срабатывающий за 0,1 секунды. Универсальный разъем USB Type-C и выделенный аудиочип AW8738. В честь старта приема предзаказов онлайн-магазин Blackpeak предлагает Юми Плюс с большой скидкой, но количество доступных смартфонов ограничено. Ссылочку, кстати, на аппарат я выложу в описании. Всем, кому интересно, переходите, покупайте. В Юми Плюс за производительность отвечает 64-битный 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10, работающий в паре с графическим ускорителем Mali T860. Многозадачность в данном аппарате лежит на 4 гигабайта оперативной памяти, так как для хранения фотографий, видео, музыки и приложений предусмотрено 32 гигабайта встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 256 гигабайт. 13 мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung M3L8 позволяет делать качественные снимки, а система фазовой фокусировки наводится на объекты всего за 0,1 секунды. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей. Также в Юми Плюс установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки и 2 слота для сим-карт с поддержкой 4G LTE. Работает смартфон под управлением Android 6.0 Marshmallow. Вот такие вот дела, ребятки. Всем спасибо. Пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.